пробираюсь до избы. Главное дойти. Капец, замело по колено. От моей тропы ничего не осталось. Кто там спрашивал, что откуда электричество в землянке, вот, от аккумулятора. Всем привет, ребята. Добрался до землянки, выпало огромное количество снега за эту ночь, сантиметров 20, наверное. Еле дошел, все дороги, тропинки перемело. Хотел порыбачить дорогой, но не очень хочется сидеть в такую погоду на улице под снегопадом. Ну, на днях обязательно выберемся и порыбачим. Будем делать печку по-черному. Обложу ее камнями, вот это ведро. И надеюсь, все получится. Затопим, посмотрим, будет тяга или не будет, как оно. С этим раньше не сталкивался. Пришел в землянку на несколько дней. Поживем здесь, работы огромное количество, нужно все успеть до Нового года сделать. Ну и в конце видео обязательно попаримся, надеюсь, продегустируем нашу баньку, накроем полянку где-нибудь под сосенкой, под елочкой и отпразднуем Новый год. Купил пленки, перекроем крышу. Навесики на дверь. Градусник обязательно. Думал, банки сгорят. Вообще ничего им делать. Там земля и щепки, так что можно вываливать на улице. Мусор я вон складываю в мешок. Вот дрова, когда подсохшие, нормально топится, ничего не дымит. Когда только растапливаешь. Так что надо сухостой ронять, наверное, и пилить на дрова. Ничего себе, галеты съели все-таки. Неделю лежали, никто есть их не хотел. Видимо, какая-то голодная птичка была сильно. Всем новым зрителям показываю, если кто-то не видел баньку, какую делаем по-черному. Так, сегодня выпилю дверь, может, успею даже еще поделать ее. Надо будет доски напилить. Ну, вот здесь посерединке поставим примерно и так завалим кирки этими камнями. Камни здесь есть, таскать только на полкилометра до них. Ну все, пробуем затапливать.
Заодно краска обгорит с ведра. Ну, топится вроде. Пока топится. Неплохо. Не, ну вообще нормально раскочегарилось так-то. Ну вот плюс то, что она в бочке. Находится в закрытом пространстве, как бы так безопаснее будет. И на снег быстрее убирать. С крыш капает. Сыро будет. Все щели все протыкаю. И потом пленкой можно закрывать уже будет. И землей засыпать. Жарко будет банька, чувствую. Нагревается, чувствуется хорошо. Трухлявая какая-то. Сейчас прокочегарю. Там горит все. Да уж, погодка капец. Там все колом стоит. Сегодня перед лесом сходил на почту, сперва отправил панно, которое в прошлое видео вырезали. Владимир, привет. Сейчас отправлю тебе код почтовый. Галерея там потихоньку собирается, да? Александру также привет. Нардишки заказал, сейчас будем вырезать тоже вечерами. Тут есть работа, хоть на вечер. Кто-то там донаты собирает, кто-то мерч продает, а у нас так будет. Мне как бы с людей просто так деньги, я не привык брать. А так получается за свою работу и вам какой-то сувенир на память. Ладно, время 3 часа уже. Пойду сейчас докидаю. Уже стемнеет скоро. И потом уже встретимся. Снимать там особо нечего. Кидаю себе, кидаю. Стемняет сейчас быстро. Надо поспешить. Через час уж стемнеть начнет. Вот так вот начинается утро в лесу. Сколки заготовки дров. Наступил уже второй день. Вчера докидал землю. Уже поздновато было. Что час? Поел, да, вон повырезал. Покажу. Ну, мордишки. Вот так вот маленько повырезал. Борта. Одну половинку свою брал. Мне на эти дни хватит. Тут еще буду резать тоже. Медведя надо доделать тоже. Спрашивали, чем вырезаю, какими резцами показать. Обычными, бюджетными.
от фирмы Татьянка на Озоне покупал. Ну, такие простенькие. Резать можно, только заправлять почаще приходится. Сейчас немного наполовину готовится, там закинем лучок уже. Так и живет. Такая вот чудесная картошечка. Молочка не хватает. Ладно, с чаем сойдет. Время пролетает в лесу вообще быстро. Делать ничего не успеваешь особо. Пока то все, там уже день пролетел. В 4 уже темнять начинает. Ну, пойдемте пошумим. Такой пас маломальский сделал, все равно немного внахлёст, что получалось. Втыкаемся. Нормально будет. Ну все, в принципе, то везде все утыкано. Так, ладно, с этим разобрались, мало-мало, потом еще надо будет подделать, конечно, будет. Пошел я волокуши искать, где-то они у меня в тайнике там лежали, и идти за камнями. Ну, прикольно получилось, мне нравится. Хоть и все криво-косо, но когда что-то сделаешь своими руками, вложишь туда душу, труд,
что оно кажется бесценным. Не, интересненько так смотрится. Даже интереснее, чем землянка. Там одна дверь торчит. Все засыпано. Здесь вид хоть есть. Лесной. Ладно, погнал я за этим, за камнями. Вот так вот с двух ходок обложилось. Ну, думаю, 4 штуки, 4 ходки будет нормально. Более-менее попариться, может, хватит на сколько-то. Ладно, сейчас буду затапливать печку, пока таскаю, пусть нагревается то, что есть. Стены прогреваются. Также сейчас костер разведу. Пошла жара. Сейчас сегодня копчаном буду пахнуть. Прокопчусь. Так, немного прикрою. Ну все, немного подуспокоился. Костер горит, угли добываются, баня топится. Сейчас пойду таскать со спокойной душой уже. Пару раз схожу и нормально будет. Надеюсь. Эту доску кину на пол. Полок вот, конечно, не успеваю сделать. Посмотрим. Можно вон тюрку поставить, даже на тюрке посидеть, ничего страшного, первый раз. Магар шпарит. Надеюсь, не сгорит. Обидно было бы, если бы сразу сгорело с первого раза же. Да не, чё. Вот, если бы одними камнями было выложено, то вероятность сгореть большая была бы. Так, в ведре топится, так черный. Никуда не денется. Что-то там опасновато горит как-то. Или ничего. Крыша не загорится. Что-нибудь подставить, положить. Вот так вот сделал, там камень внизу поставил. И эту крышечку. Ну, вот так нормально, безопасно будет. Все, привез последнюю партию. Сейчас укладываю. И готово. Капец, сегодня один не денек. Первый раз сел чаю попить. Как белка в колесе весь день сидит. Да. Главное, чтобы камни хорошо прогрелись. Так-то нормально должен быть. Сейчас костерок прогорит немного. Возьмем угольки. Мяско пожарим. Ножки. Вчера замариновал. Теперь можно и понаслаждаться природой, отдохнуть. Да, денек, конечно, выдался. Блин, я же там еще гирлянду взял, шарики, елочку хотел накрасить, украсить. Найду я ее сейчас, нет. Какую-нибудь, я хотел ветку срубить какую-нибудь, одну. Поставил мясо жарится, как обычно, все не по плану. Думал, у меня тут эти шампура есть, а я их увез куда-то уже. В избушку вроде. На такой импровизированной решетке жарю. Мангал импровизированный. Здесь снова костер сейчас сделаем. Так вот сидим. Все сделал. Последнюю закладку. Крышку вот так сделал, чтобы быстрее прогорало.
это плохо горит, когда закрыто полностью. Сейчас эти дрова прогорят, и думаю, можно будет уже закрывать дверь, чтобы нагревалась баня. Сижу, смотрю про баню по черным. Ну, у людей немного, у меня не так сделано. У людей сразу над огнем, ну там кинутые балки железные, на них камни наложены, то есть сразу на камень огонь идет. У меня немного подольше будет греться через бочку-то, зато безопасней. Посмотрим, первый раз так сходим, потом посмотрим, может переделаем потом в будущем. Ну что, друзья, вот пролетел еще один год. Даже не замечаем, как пролетает время. Поэтому хотелось бы вам пожелать очень много времени, чтобы вы воплотили все свои желания и мечты в следующем году. Не откладывайте на потом. Вот захотелось, баньку взял, построил баньку. И вы также все свои желания и мечты не откладывайте на потом. Время пролетает быстро. И нужно все успеть за этот короткий срок. Также хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья. Вот эти две вещи не купишь за деньги, не вернешь назад. А остальное все приложится. Ну вот как-то так. Я не красноречив, поэтому с Новым годом, друзья. Всем спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии. Обязательно все читаю, всем практически отвечаю. Так что в следующем году у нас огромное количество всяких разных планов. Надеюсь тоже все воплотить в жизнь. Ну и с Новым годом, друзья! Лимонадиком отмечаем. Пока болтал, тут уж застыло все, льдом покрылось. Камера не передает. Полнолуние сегодня. Так близко. Луна через камеру далеко. Не видно. Нет, я даже звездочку видел. А вон звездочки. Лепота. Конечно, как-то я себе представлял по-другому это видео, концовку особенно. Не думал, что мне посреди ночи тут придется сидеть. Ну, как получилось, так получилось. Главное, успел баньку доделать. Недавно, ну полчаса назад, наверное, трогал камушки сверху, которые... Что-то они не особо-то нагрелись мне. Надеюсь, нижние хорошо нагрелись. Ну или вот сейчас закрыл, может сейчас нагреваться будет получше. Углей там полная бочка. Говорили много в комментариях, что как ты там ночью ходишь в тот раз. Ночью, когда пришел в землянку. А кого тут бояться-то? Раньше диких зверей у нас не было. Волков точно сейчас нету. Медведя видели в прошлом году. Ну, он такой мимолетный, походу, был. Да, сейчас зима, тем более, медведей нет, волков нет. Лис, что ли, боятся с косулями? В городе опаснее, чем в этом лесу. Ну что, друзья, пойдемте посмотрим, что у нас получилось из этого всего. Прошло 6,5 часов. Пойдемте.
А, не вода. Да, друзья, дольше ждали. Обидно, конечно, что не получилось долго попариться. Ну да ладно, что сейчас делать-то? Ну, первый раз сойдет. Да, работаем. Ничего страшного. Здесь только печку сделать нормальную, и все. Мне кажется, камни вот эти плохо прогреваются. Вот так вот, друзья, опять получилось. Через одно место, как обычно. 6 часов топил, 10 минут попарился. До 70 примерно разогрел. Маловато, маловато. Я-то думал, сейчас полчасика хотя бы попарюсь. Ладно, будем дорабатывать в новом году. Подумаем. Без проб и ошибок ничего не получается никогда. Если ничего не делать, только все получается. Ладно, буду выбираться. Время 10 часов уже. Все, собрал уже, собрался. Всех еще раз с наступающим годом. Всем удачи, здоровья и до новых встреч. Все, пока, ребята.